Для вас Италия? Пизанская башня, Колизей, может быть, пицца, футбол? Если вы не перепутали кнопку на пульте от своего телевизора, то первое, что вам придет в голову, говоря о Италии, так это автомобили. Но не просто металлические коробочки с четырьмя колесами, рулем и педалями, а настоящее произведение искусства, прекрасное во всем. Быстроходные, комфортабельные и изящные. Собрав все это воедино, именно в Италии появился новый автомобильный класс GT Gran Turismo. Maserati Gran Turismo. Настоящий Gran Turismo по-итальянски. Вообще, Gran Turismo можно коротко охарактеризовать как автомобили для повседневной езды и путешествий. Причем путешествий с получением максимального удовольствия от езды и от автомобиля как такового. При этом скоростные возможности автомобилей класса Gran Turismo зачастую превосходят возможности спорткаров, специально построенных для скоростной езды. Причем машины типа Maserati делают умопомрачительную скорость комфортной. Подвеска в таких автомобилях относительно мягкая, да и большой массы производители Gran Turismo не стесняются, ведь она складывается из дорогих и тяжелых материалов и серьезной шумоизоляции, чтобы сделать езду на таких автомобилях максимально приятной и комфортной. Последнее слово компании Maserati в создании машин класса GT было сказано на автосалоне в Женеве в 2007 году. Презентация одноименного с этим автомобильным классом купе. Спустя 2 года миру представили открытую модификацию этого автомобиля – Maserati Gran Cabrio. Мы взяли оба этих автомобиля, чтобы познакомить вас с настоящим Gran Turismo по-итальянски и разделить с вами ощущения от езды на этих автомобилях. Да, 405 лошадей – это уже не шутки. Вот оно подтверждение того, что настоящий Gran Turismo может ездить не только по живописным дорогам Средиземноморского побережья. Удовольствие от управления не передать словами. Только эмоции. Под капотом Gran Cabrio мотор от модификации Gran Turismo S. 440 лошадиных сил и 490 ньютонов крутящего момента. В отличие от купе, этот кабриолет оснащается только таким мотором. Кажется, я сказал кабриолет. Это Gran Turismo. Этот автомобиль должен дарить своему хозяину и пассажиру максимум комфорта. И, как вы уже убедились, ездить достаточно быстро. Maserati разгоняется очень плавно, благодаря самоблокирующемуся дифференциалу. При разгоне он блокируется на четверть, а при торможении двигателем практически наполовину. Это потрясающее поведение автомобиля в поворотах – заслуга развесовки. Инженеры хорошо подумали и сместили коробку и двигатель чуть назад. Теперь она находится между мной и передней осью. А еще перегрузки таковы, что нитки, за которые нужно доплатить, если вы хотите выбрать цвет, аж 350 евро впиваются в бок. Ну а если серьезно, то действительно баланс практически идеален. Центр тяжести смещен назад всего на 1%.
Да, это Гран-туризмо. Тут все должно быть дорого. Все до мелочей. И музыка в том числе. Да, и она действительно тоже хороша. Но нам милее другая музыка. Это музыка классических итальянских V8. Но на этих автомобилях стоят двигатели разной мощности и объема. Кстати, разница в объеме пол-литра. Естественно, это сказывается на динамике. Но мы не будем гоняться друг с другом, а проверим и сравним эти автомобили с точки зрения музыки. Это 405 лошадиных сил на купе. А это 440 лошадиных сил на кабриолете. Суммарная мощность купе и кабриолета 845 лошадиных сил. 440 приходится на кабриолет. Открытую модификацию комплектуют только таким мотором. Над этими атмосферниками трудились специалисты Ferrari, делая их близкими к идеалу. Более слабый V8 на купе выдает 460 ньютон-метров при 4750 оборотах в минуту. При таких же оборотах двигатель кабриолета раскручивается до максимальных 490 ньютон-метров. На самом деле, цифры, говорящие о разгонной динамике этих автомобилей, не такие внушительные. 405-сильное купе разгоняется до первой сотни за 5,2 секунды. На 0,3 секунды быстрее то же самое проделывает кабриолет. Но несмотря на все это, разгон будоражит кровь. И за рулем вас не волнует то, что японские спортседаны с полным приводом разгоняются так же быстро. Загородные шоссе — это и есть среда обитания настоящих гран-туризма. Здесь такие машины, как Мазерати, Гранд Кабрио и Гран-туризма, действительно готовы показать все, на что они способны. Превосходное сочетание комфорта и динамики. Это автомобили старой школы. Они не перегружают ваш мозг всякой ерундой, типа сложного управления медиасистемой или климат-контролем. Вот вы сидите сейчас около своего телевизора, и рядом с вами есть вот такой вот предмет. Попробуйте посчитать, сколько кнопок на пульте вы используете. То-то же. Здесь именно столько кнопок, сколько вам нужно. На таких дорогах Мазерати кричит: давай жми еще больше скорости. Начинается война здравого смысла и желание удовлетворить этот прекрасный автомобиль. Этот Мазерати способен за городом превысить допустимую скорость втрое. Но не стоит этого делать. Даже ровная, медленная езда дарят только положительные эмоции. Единственное, что может притупить эти положительные эмоции, так это расход топлива. Конечно, те, кто покупают Мазерати, Гранд Кабрио и Гранд Туризмо, не сильно заботиться об этой проблеме, но, пока я говорил эту фразу, Гранд Кабрио съела порядка 2 литров 98-го бензина.
Главное, что этот автомобиль вам точно не подарит, так это антипозитивное настроение. Объективно, настроение можно испортить только дороговизной обслуживанием. Хотя люди, купившие этот итальянский автомобиль, вряд ли будут задумываться о цене технического обслуживания и стоимости тормозных колодок. Самое важное для владельца такого автомобиля – это услышать бесперебойный рокот двигателя при повороте ключа. Все остальное – это просто дополнение к тому, чтобы просто приобщиться к миру Мазератти. Мазератти есть отличительная черта, которой просто не хватает многим автомобилям такого класса. Это наличие какой-то домашней теплоты. За рулем чувствуешь, что сидишь дома у камина со стаканчиком дорогого виски. Хотя стояние в пробках мегаполиса доставляет определенный дискомфорт, но он компенсируется тем, что когда выезжаешь на пустую дорогу и чуть-чуть утапливаешь педаль газа, улыбка просто не сходит с вашего лица. И причем в данном контексте никто и не говорит о рекордных скоростях на загородной трассе. Речь идет просто о движении. Кстати, стоит упомянуть о том, как же делают автомобили Мазератти. Ведь не только подборка материалов и комплектующих, но и технология сборки обеспечивают конечный результат. Строительство Гран-Туризма – это вообще новый шаг и новая ступень в эволюции легендарного итальянского бренда. Вообще география комплектующих деталей на Мазератти очень обширна. Например, уже окрашенные кузова привозят из Маранелло. Хотя сам сварочный процесс происходит не в Маранелло, а в Турине. Да и вообще процесс логистики в рамках итальянской марки очень сложен. И сложен он вплоть до попадания на последнюю точку в Модену. И еще, на самом заводе Мазератти не производят никаких комплектующих. Здесь только собирают машины вместе. Всего существует 50 крупных поставщиков. Моторы приходят с завода Ferrari, а коробки передач приходят из Германии. Но что удивительно, из Германии приходят только автоматические трансмиссии, а если на автомобиль устанавливается робот, то тут уже вырисовывается итальянский поставщик. Каждая пришедшая деталь на центральный склад от будущего Мазератти не хранится здесь более суток. Она сразу же направляется в пункт своей конечной сборки и установки. Вообще история завода зародилась не здесь. Сначала офис Мазератти располагался в Болоне, и стоит напомнить, что первоначально фирма Мазератти занималась тюнингом автомобилей, а чуть позже началось создание настоящих гоночных машин. Но в 1937 году компанию Мазератти покупает семья из Модены, и зарождается новая легендарная страница итальянской марки. В то время завод находился на окраине города, но из-за того, что его черты разрослись, то и оказалось, что современный завод располагается практически в центре Модены. И приятно осознавать, что нынешние Мазератти собирают все в тех же стенах, что и 73 года назад. Вообще в стенах завода собирается несколько моделей Мазератти. Гран Туризмо, Гран Кабрио, Гран Туризмо С и Кватро Порте. И, кстати, на заводе трудно увидеть роботов. Все собирают вручную. Ну вот и подошло к концу наше знакомство с настоящим Гран-Туризмо по-итальянски. Мы пришли к выводу, что Мазератти – это этакие сверхавтомобили. То есть вы получаете максимум от автомобиля как такового. И для себя мы окончательно поняли, что же для нас Италия.